твои объятия, как всегда, берегу, чтобы вновь прижаться к твоему плечу. Я хочу сегодня, папа, только для тебя самые прекрасные сказать слова. Ты дарил мне радость, был всегда со мной. Если б знал ты, папа, как горжусь тобой. Ничего не страшно в жизни, если рядом ты, как волшебник, исполняешь все мечты. Здравствуйте. 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 Уважаемый Николай, уважаемая Светлана, вот пришел и сегодняшний день поздравить вашего любимого мужа Николая. Спасибо. И, во-первых, хочу вручить вам такой мужской букетик. Да, со всякими вкусняшками. Да. Спасибо. С радостью. Конечно, для праздничного стола приготовили и тортик, да, в форме книжки. Тортик для вас, чтобы было слаще вашей жизни. Конечно, есть еще корзина с фруктами. Можно было цифры немножко на 55 сделать. Можно 56, можно, почему нет? Там многовато написали. Можем устроить и 56, конечно. И, конечно, корзина с фруктами и сладости. Спасибо большое. Да. Спасибо. Ну, конечно, и для вашей женушки Светланы, да, букетик цветов. Ой, так. Мой. Так, и букетик цветов для вас. И вот такая вот корзиночка тоже со всякими вкусняшками. Спасибо большое. Так, ну, конечно, вы поняли, кто может так порадовать вас, да? Да, да. Я хочу передать Олечка. Вот это Оля. Большое спасибо, что не забываешь нас. Очень благодарен от души. Любим тебя, Оля. Все-таки ждем на лето, что действительно ты приедешь домой. А следующий сюрприз будет для нее, наверное, да, сделаем? Когда обязательно она приедет. Спасибо большое. Конечно, вот, чтобы почувствовали сегодняшний день, конечно, и шарики, да? Для ваших племянников будет... Потолок низкий. Ничего страшного, поставьте сзади. Сзади, да-да-да. Вот так вот. Уважаемый Николай, я хочу прочесть маленький стишочек для вас. Вот ты... От Ольги. Дорогой мой любимый папочка, в этот особенный день от всего сердца хочу поздравить тебя с днем рождения, пожелать тебе крепкого здоровья, много повод для радости и счастья, удачи и успеха во всем, что ты делаешь. Я очень ценю твое старание для нашей семьи, комфорт, уют и красоту, которые ты создаешь своими руками для нас, для всех. Ты всегда был и останешься нашей надеждой, опорой и незаменимой надеждой. На протяжении долгих лет ты любил и заботился о нас, жертвуя своей молодостью, временем и здоровьем. Спасибо тебе за эти счастливые и незабываемые года. Для меня ты лучший в мире папа. И я горжусь, что я твоя дочка. Я очень хочу, чтобы ты был счастлив. И со своей стороны я сделаю все возможное, чтобы это было так. Еще раз с днем рождения. Поздравляю, обнимаю, люблю. Спасибо. Спасибо, Олечка. Большое спасибо. Да, если вам что передать, она, конечно, сейчас в эфире. Можете передать и Ольге. Я хочу передать дочке спасибо большое. Очень огромное спасибо. За такое внимание. Ну, чтобы ты была здорова, ждем тебя весной. И желательно для одного. Чтобы имела ты счастье, Оля. И самое главное, я испытала это уже вот в протяжении еще 2 года и будет 40 лет совместной жизни. И, конечно, желаю всем моим детям, а что-то особенно для Оли. Она знает почему. Олечка, люблю тебя и ждем тебя
чтобы ты приехала, как ты говорила. Ну, мы все-таки думаем, что ты приедешь в июне, в июле, так. Надеемся. Конечно, для ваших любимых внучках приготовили тоже подарок. Как так без них? Во-первых, мы узнали, что Анечки нету тут, да? Но вы обязательно передадите ей подарочек, пожалуйста. Вот такой вот набор косметики для нее. Так. Спасибо. Для Александра. Кто Александр? Это тоже братик. Тоже. Так. И для Александра тоже передадите. Братик Анечки, да? И, конечно, Максим, наверное, это ты, да, Максим? Это Максим, да. Тебя Максим зовут? Вот смотри, для тебя вот такой мячик красивый, да? Вот так вот. Где его будет? Вот тети Ольги, конечно. Вот ты какой мячик. Можно? Так, да, бежи. Сейчас перевернем. Вася, смотри, кто там. Оля. Олечка, спасибо, мам. Оля, большое спасибо. Рам. Рам муцумеск, пентру тет, пентру шифашец, волцумев, шива юбим. Спасибо вам большое. Волцумев, промоз. Рам. Все, что можем мы сделать, мы сделаем. Так что вы были здоровы. Спасибо, мама. Аж тептема касса савенис. Я в мунцаре, просышь. Макар, кит ее в урбеска шаг, тата, да. А сыне инцалежим. Ваште втевла примавар. Урматория сюрприза и пентру думневастры. Комбиница акасы, да? Да. Мулты санатати, а ракума вам фачи ты сигур шпози. Мой отец самый-самый дорогой. Мой отец, просто будь всегда со мной. Милый мой папа, день и ночь, небо просишь за меня, Бога молишь, поклонюсь тебе я низко, папа мой родной. Мой отец самый-самый дорогой. Мой отец, просто будь всегда со мной. Милый мой папа, день и ночь, небо просишь за меня, Бога молишь, поклонюсь тебе я низко, папа мой родной. Поклонюсь тебе я низко, папа мой родной.